Приветствуем вас, друзья, на канале Nice Bricks. Сегодня мы рассмотрим еще одну модель набора LEGO Creator «Дом на берегу озера» – небольшую хижину. Сейчас разберем обсерваторию и приступим к сборке хижины. Хижина собрана, в ней живет или отдыхает этот мужчина, хотя, возможно, он в ней работает. В руках он зачем-то держит палку, для чего она, мне не до конца ясно. Хижина очень маленькая, она находится рядом с озером или с рекой, в которой живет лягушка. С помощью красного ведерка мужчина всегда может набрать воды из озера. Перед входом в хижину горит факел, который освещает вход ночью. Теперь посмотрим, что же находится в хижине. Раскрываем ее и видим, что хижина больше похожа на кабинет. Здесь стоит стол, на котором стоит чернильница и лежит письмо. На стене висит рыба. И, конечно же, здесь есть кресло. А также на полочке на стене можем увидеть красную кружку. А теперь подведем итоги. По внешнему виду сразу понятно, что это не дом, а хижина, ну или лачуга. Возможно, мужчина – лесник, это его место работы. В принципе, неплохой вариант постройки, выглядит достаточно привлекательно. Но основная модель – дом на берегу озера, конечно же, лучше. А ваши самоделки мы ждем в нашей группе ВКонтакте, ссылка есть в описании. Если обзор понравился, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. С вами была команда Nice Bricks, пока-пока!